и весьма содержательно. Предметно поговорили по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества, прежде всего в контексте реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, включая, конечно же, их последнюю встречу 1 февраля текущего года. Уделили большое внимание рассмотрению процесса осуществления крупных совместных проектов в энергетической, транспортной и других областях. Мы констатировали, что благодаря весьма слаженной, дружной работе механизмов двустороннего взаимодействия в условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации в прошлом году нам удалось преодолеть спад в двустороннем товарообороте и добиться его ощутимого более чем на 25% роста. Мы подтвердили обоюдный настрой на продолжение в штатном режиме работы под расширению атомной электростанции ПАКШ при содействии госкорпорации «Росатом». Подписанные двусторонние соглашения и контракты охватывают весь жизненный цикл станции, от строительства до обеспечения топливом и технического обслуживания. Рассматриваем данный проект как стратегический по масштабу и в силу его высокотехнологичного характера. Полномерно реализуются проекты в области экспорта российских углеводородов. Интересам наших стран в полной мере отвечает выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России в Венгрию, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена. А со своей стороны мы подчеркнули, что дальнейшему развитию нашей практической кооперации, конечно же, мешает откровенная русофобская политика, которую проводит Вашингтон и евросоюзовский Брюссель, которая предполагает безудержное наращивание санкций без здравого анализа их последствий для самих стран, которые эти санкции вводят. Ну и, безусловно, мы не заинтересованы в том, чтобы подобного рода вещи мешали нашему сотрудничеству. И будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и попыток наказания, так сказать. Мы поговорили по некоторым международным вопросам. Особое внимание по понятным причинам уделили ситуации на Украине и вокруг нее. Российская Федерация откровенно объясняет цели и задачи специальной военной операции. Мы готовы дополнительно показывать все нюансы, все аспекты ситуации, как она складывается, и исходим из того, что наши западные соседи все-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений, поощрения украинского режима к продолжению безумных действий по нападением, вооруженным нападением на гражданских лиц, на своих собственных граждан. Ну, видим, что предвзятость доминирует сейчас в позиции Брюсселя и Вашингтона и большинства европейских столиц. Надеюсь, что, тем не менее, жизнь заставит посмотреть на факты непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных конфронтационных тактик и стратегий и все-таки заняться прежде всего своими европейскими проблемами. Ну и хочу подчеркнуть, что мы тесно сотрудничаем с Венгрией по другим направлениям международной политики, в том числе в Организации Объединенных Наций, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. У нас есть обоюдное понимание, что мы всегда, и Венгрия, и Россия, руководствуемся своими национальными интересами, но всегда мы заинтересованы в том, чтобы по любому вопросу, который касается и одной, и другой страны, находить решения, которые позволят эти национальные интересы отстаивать не в ущерб партнеру. Я очень ценю наши отношения, наши сегодняшние переговоры, подтвердили их долгосрочный стратегический характер, и мы будем их всячески развивать. Спасибо. Добрый день. Я с уважением приветствую всех вас. Благодарю за возможность провести эти переговоры господину
Лаврову. Я прибыл сюда по двум причинам, сюда сегодня в Москву. Первая касается того, что я хочу обеспечить безопасное энергоснабжение Венгрии и в последующие месяцы. Это первая причина. А вторая причина, я хочу четко констатировать, что мы, для нас, венгров, война плохая, мы хотим как можно быстрее достичь мира. И если вы позволите, я тогда поделюсь с вами своими соображениями об по этим двум темам. Первое. В Европе сегодня проблема со снабжением энергетических ресурсов, но правительство Венгрии обязано даже в таких условиях гарантировать энергоснабжение нашей страны, гарантировать то, чтобы венгерские люди могли готовить пищу, чтобы у них была горячая вода, и когда это будет необходимо, могли отапливать свои квартиры, и чтобы мы гарантировали то, чтобы венгерская промышленность могла работать, и венгры не теряли рабочих мест. Планомерно осуществляется закачка газа в подземные газохранилища. 27,3% уже закачано. В Европе это процентное соотношение составляет только 13%, а у нас 27,3%, как я сказал. В нормальные времена этого было бы достаточно, это предоставило бы нам достаточную безопасность. Но мы все знаем, что мы живем не в совсем нормальное время, поэтому нам нужно гарантировать энергоснабжение нашей страны. И венгерское правительство приняло решение о том, что мы хотим 700 миллионов кубометров газа купить дополнительно для того, чтобы страна оказалась в полной безопасности с точки зрения энергоснабжения. Если мы рассмотрим ситуацию на рынке, тогда мы четко видим, нравится нам это или нет, хотим мы этого или нет. Без источников из России невозможно закупить плюс 700 миллионов кубических метров. Можно мечтать. Можно различные воздушные шары дуть, но физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно. Поэтому мы в Венгрии предприняли все необходимые меры для того, чтобы мы смогли принять дополнительно такое количество газа через южное направление, через интерконнектор, который находится на границе со Словакией и Австрией. То есть ежедневно мы 20 миллионов кубометров можем принять ежедневно для того, чтобы закупить дополнительное количество газа. Помимо этого, наше правительство приняло необходимые решения и заключило необходимые соглашения и для обеспечения финансовой стороны этих сделок. Переговоры на профессиональном уровне начались. Все отлично знают, что договоренности без политических договоренностей не рождаются. Поэтому моя цель сегодня здесь такова, чтобы переговоры как можно были быстрее закончены, как можно быстрее начались поставки, потому что время поджимает, ведь 15 октября начинается сезон отопления. Несмотря на все условия, мы хотим добиться того, чтобы в Венгрии никто не попал в тяжелое положение. Мы хотим, чтобы в Венгрии было достаточно количества природного газа для каждого венгра, для всех венгерских семей и для всех венгерских предпринимательств. А вторая причина, почему я приехал, я хочу рассказать, что мы хотим мира. Мы соседи Украины. Мы каждый день видим лицом к лицу трагические последствия войны. Мы каждый день видим разорванные семьи, людей, которые в качестве беженцев прибывают в нашу страну. Поэтому мы знаем, что война – это плохо. Это очень плохо. И поэтому мы просим всех сделать все возможное,
возможное, чтобы война как можно быстрее закончилась и как можно быстрее настал мир. Мы хотим мирных переговоров и прекращения огня. И мы знаем, что если мир наступит как можно более поздно, тогда тем более трагическими будут все последствия войны. Я хочу вам рассказать, что противоречило бы венгерским национальным интересам, если бы мир пошел в направлении образования различных блоков. Такое было. И мы многое потеряли. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Мы не хотим такого мира, где на периферии одного из блоков мы оказываемся, и мы заинтересованы в том, чтобы Запад и Восток сотрудничал, чтобы был диалог. И я хочу вам сказать, что национальные интересы Венгрии заключаются в том, чтобы война у нас по соседству как можно быстрее закончилась, чтобы как можно быстрее наступил мир, чтобы страдания людей тоже прекратились. Благодарю вас еще раз за возможность проведения переговоров. Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы Венгерское информационное агентство. Здравствуйте. С вашим позволением я бы задал вопрос господину Сиярту на венгерском языке. Министр Ур. Господин министр, вы прибыли в очень деликатное время сюда, в Москву. Ситуация напряжена. Согласован ли ваш визит с союзниками Венгрии? И раз уж я задаю такие деликатные вопросы, будет продолжение этих переговоров на самом высоком уровне между двумя странами? Во вторник в Нью-Йорке я лично проинформировал Абдулла Шаида о моем сегодняшнем визите. Что касается встречи на высшем уровне, у меня такого мандата нет. Мой мандат распространяется на закупку дополнительного объема газа. Следующий вопрос. Россия-24, пожалуйста. Сергей Викторович, если можно, вопрос вам. За последний, наверное, год очень можно проследить такую тенденцию разделения европейских стран на два клана. Те, которые действуют, следуют брюссельской политике, и те, которые действуют в национальных интересах, например, как Венгрия, очень часто оказываются в выигрыше. На ваш взгляд, не кажется ли вам, что Евросоюз в своем нынешнем виде больше мешает развитию стран-участниц, чем ему способствует? Ну, вы знаете, я не хочу внедряться во внутреннюю повестку дня развития Европейского Союза. Мы, конечно же, читаем, что об этом пишут, говорят, слышим, что об этом говорят, в том числе в самих странах-членах. И могу только констатировать, что ситуация непростая. Идет борьба между европейской бюрократией, которая хочет подчинить себе все и вся, подчинить себе национальные правительства, хочет диктовать условия и купировать любое инакомыслие. И с другой стороны, страны-члены, конечно же, хотят понимать, какой объем полномочий европейская бюрократия использует во благо странам-членам, а какой объем полномочий немножечко все-таки является предметом озабоченности и злоупотребления, если хотите. Это внутреннее дело Европейского Союза. Я хочу только подчеркнуть одну простую вещь. На фоне вот того, как мы сейчас наблюдаем реакцию Запада, и прежде всего Брюсселя в данном конкретном случае, и многих европейских столиц, на происходящее на Украине. Хочу напомнить, что очень долгие-долгие годы мы в наших отношениях с Европейским Союзом добивались выстраивания равноправной, взаимовыгодной архитектуры, в том числе по вопросам внешней политики. Это частично получилось, но всегда Евросоюз отличался своим высокомерным отношением к любым попыткам выстраивать баланс интересов. Он всегда предпочитал
принимать решения и потом эти решения навязывать в качестве истины последней инстанции. Вот та же Украина. Это же началось не в феврале нынешнего года. Был госпереворот. И хотя представители Европейского Союза, Франции, Германии, Польши накануне этого госпереворота гарантировали, что его не будет, а будет договоренность между президентом Украины и оппозицией, и подписали соответствующие гарантии, на утро, когда эти гарантии были растоптаны и разорваны, Евросоюз ничего не произнес и не призвал путчистов к тому, чтобы они соблюдали обязательства, под которыми подписался Европейский Союз. Через год были Минские договоренности, которые тоже были гарантированы Францией и Германией, и которые Киев категорически отказался выполнять. Вот тут недавно Порошенко сказал, я их подписывал, и выполнять-то я их не собирался, нужно было время выиграть, чтобы нас накачали современным оружием. Откровенно, цинично. И как тогда Европейский Союз молча потакал саботажу Минских договоренностей со стороны Киева, так и даже вот на это откровенное признание Порошенко никто никак не отреагировал. Мне кажется, это стыдно для серьезных государств, которые хотят заниматься серьезными проблемами в сфере внешней политики. И когда сейчас мы слышим, ну, истерику буквально, по поводу того, что на Украине нарушаются все мыслимые нормы международного гуманитарного права, гибнут люди. Это правда. Люди гибнут. Но, во-первых, нужно посмотреть в глаза истине и не отмахиваться от фактов, которые говорят, что люди гибнут прежде всего от абсолютно бездумных обстрелов вооруженными силами Украины, национальными батальонами, мирных районов Донбасса и других частей Украины. А во-вторых, я бы хотел просто попросить журналистов, это несложно сделать в наш век, когда есть соответствующие информационные технологии, за последние 8 лет посмотреть, какая была реакция Европейского Союза, когда тысячи и тысячи мирных граждан погибли из-за обстрелов украинской власти, когда Минские договоренности еще сохраняли свою силу, и когда все надеялись, что когда-то на Украине наступит мир. Никакой реакции не было вообще. Говорили только одно. Ну вот это их страна, они имеют право отказываться от диалога с Донецком и Луганском. И никакого осуждения того, что творила украинская военщина, никто из нас не услышал. Кстати, подобное отношение к собственным гарантиям, которые мы наблюдали вот, по отношению к Минским договоренностям, оно не единственное вот, применительно к украинскому сюжету. Точно так же Евросоюз, его бюрократия повела себя по отношению к проблеме Косово, когда почти 10 лет назад по просьбе Генеральной Ассамблеи ООН Евросоюз занялся посредничеством между Приштиной и Белградом. И в 2013 году в итоге этих переговоров был согласован документ о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово. На севере Косово, где преимущественно живут сербы, предполагалось создать такие муниципалитеты и обеспечить сербам на территории Косово элементарные права – язык, религия, культура, экономические связи с Сербией. Практически то же самое, что было предусмотрено в Минских договоренностях относительно прав Донбасса в составе украинского государства. Документ договоренности о сообществе сербских муниципалитетов Косово Приштина похоронила, и Евросоюз даже не высказывает своего отношения к такому возмутительному поведению. Они не хотят терять свою национальную идентичность, свою культуру, свою религию, свою традицию, включая традиции, как воспитывать детей в семьях. Я надеюсь очень, что все-таки это справедливое желание, абсолютно естественное желание, оно возобладает и будет уважаться. Вот что самое главное сейчас. Все, спасибо. На этом завершаем пресс-конференцию.